Еще один пункт вакцинации от коронавируса открыли в Бийске. Он расположен в районе Зеленого Клина в магазине «Олимпиец». Привиться могут все желающие. В этом пункте на выбор есть две вакцины. Гам-ковид-вак, он же «Спутник Ви», и «Эпивак-корона». Вакцина двухкомпонентная, делается с промежутком 21 день. Основных противопоказаний для вакцинации не имеется, только острый период заболевания. Проходит пациент осмотр терапевта, далее проходит вакцинацию, делается запись прививочный сертификат, далее вся информация вносится в единый регистр вакцинированных пациентов. И приходит оповещение на сайт госуслуги. Отметим, что на открытие в Бийске дополнительного места для возможности привиться во многом послужил высокий спрос, в частности, введение QR-кодов. Вакцинироваться может здесь любой желающий от 18 лет. После прохождения процедуры медики рекомендуют заполнять журнал наблюдения на сайте государственных услуг. И в случае нежелательных реакций следует там обязательно написать об этом. После прививки пациенты могут испытывать легкое недомогание, возможно, повышение температуры. Добавим, что для того, чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.